Фу, перед самым выходом, блин, пришлось сразиться с этим таким офигенным боем. Ну вот, я нашел этот портал, и сейчас мы отправляемся туда. Нас ждет великая бойня. На самом деле, я не читал ваши комментарии, где вы говорили, что... Говорите, что проходили и как проходили этого босса, для того, чтобы мне было интересней, чтобы вы сами со мной сегодня могли понаблюдать, как же все-таки это происходит, как же мы будем убивать босса. Может быть, я буду не все до конца знать, как его убить, потому что с первым зверенышем я возился довольно долго, чтобы разгадать его загадку. И после того, как мы победим этого второго босса, я думаю, можно будет сделать уже третий дом, уже дальше где-то. Но я не знаю, в каком направлении мы пойдем на третьем боссе. Третий босс, четвертый, и четвертый там дальше будет еще. Последний, наверное, а может и не последний. Ну да, очень похоже на последнего босса. Четвертый и пятый босс. Ладно, сейчас мы встречаемся со вторым боссом. Нас ждет великая бойня. Так. Лишнего много, но я думаю, может быть, что-нибудь можно будет выбросить, если вдруг что-то не понадобится. Ну, можно даже сразу выбросить. И, в общем-то, эти вещи мне очень часто попадаются. Я и без этого могу их очень много насобирать. А там у босса, может быть, будет много чего-нибудь интересного. Ладно, отправляемся туда. С единственной разницей. Надо выпить все-таки зелье, пускай обычное. У меня большое, сильное зелье я возьму... Оставлю на потом, то есть именно на бой. Может быть, этот 200, а этот сколько? 390 жизни дает. Да, а сколько у меня всего жизни? Я 500 защиты. Это защита, это не жизни. И до следующего уровня еще далеко. Но, может быть, убив этого босса, мы сможем с вами именно повысить сразу уровень. Ну что, отправляемся. У меня на всякий случай есть с собой сабля. У меня на всякий случай есть с собой лук и есть с собой магия. Все это со мной, мы будем сражаться не на жизнь, а на смерть. Вперед! Драконье логово. Вау. Круто, блин. Так прикольно. Такое этот. Вау, офигительный этот. Нифига себе, вообще круто. Вау, очумительно круто. А вы не находите? Мне кажется, вообще круто тень. Гроза и непонятно что. Драконье логово очень страшно. Что-то вспоминается мне майнкрафтовый дракон. Почему-то майнкрафтовый. Не знаю почему. Там наверху, наверное, он стоит. Да, такой же портальные камни. Ну ладно, пойдем поднимемся наверх. Я боюсь, что может быть что-нибудь там будет очень страшное. Его драконье. Я вижу это яйцо. Его нужно разбить. Я разобью это яйцо, и я боюсь, что мне будет очень плохо. Ха-ха-ха. Ух, давайте устроим бой. Эй, куда он улетел? О, черт, мама родная, у него иммунитет, надо ему, почему-то бить, может, по этому яйцу. Вау, еще три яйца. Дракон, у него иммунитет опять. Черт, может быть, надо чем-то ледяным в него. О, что-то попал. Бей его, бей. Есть, у меня что-то получилось. Я не знаю, что получилось, но что-то получилось. Да. Он кидает этими яйцами. Злодей. И убить может меня в любой момент. Где он? Ай. Запуливает меня ими. Нет, ты слаб для меня. Теперь я знаю, как тебя победить. Вот так вот. А чем он... я не совсем понял, чем он себя подбивает, так что умирает. Сори, ребят, у меня игра крашнулась. Но я, по крайней мере, знаю, как сейчас побеждать этого дракона, что не нужно торопиться с этими делами. Будем действовать потихонечку. Не торопись.
Ну что, давай, 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 давай! Атакуй меня! Ах ты, черт, он тремя ком... Еее! Я понял, когда одно яйцо кидает, тогда надо это яйцо в него кидать, так будет легче. Когда он кидает три яйца, лучше всего эти три яйца выбивать. Потому что из этих яиц сразу вылупаются враги. С двух раз я ему половину почти снес. Лишь бы не крашнулась еще раз игра. А то было бы не очень приятно. Ай, черт, он в меня попал. Ну, я-то в него тоже попал. Защищаемся. Три раза. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Ей! Валим его, валим! Классно ему достается. Ах ты, опять он в меня попал. Одно, да? Одно яйцо осталось. Но мы его почти уже убили. Маленько, 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 маленько с тобой. Попасть не могу. Пуляй, 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 пуляй. Тебе же будет хуже. Нет, не попал. Тебе же будет хуже. Смотри, он удирает. Черт, опять в меня попал. А, злодей. Все, все три яйца ушли. Давай, добивай его. Его осталось есть. Есть, я его убил. О-хо! Это была великая победа. Уклонист победил. Так, это у меня еще награды новые, да? Вау, 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 вау. Сколько всего насобирал. Железо, железо. Рецепт сферы мастера. Рецепт смелости пушистика. О, круто, блин. И сейчас в портал нужно уходить, да? Отсюда, похоже. Ладно, давайте восстановим здоровье полностью. Отлично, легкая победа. Ну, по сравнению с первой. Потому что в первой я до конца так и не понял поначалу, как его убивать. Здесь я довольно быстро понял. Ну, прикольный портал. Здесь такое прикольное место. И мы одержали победу. Сейчас я думаю, что можно, в принципе, сразу же сейчас, не уходя отсюда, изучить все рецепты, которые нам даны. Первый рецепт. Смелость пушистика. Оружие какое-то. Давайте его попробуем. Смелость пушистика. Рецепт. Новый рецепт. Так. И оно у меня добавилось. Смелость пушистика. Я думаю, что оружие, да? В оружие он добавился. Смелость пушистика, нет? Смелости пушистика тут нету. Наверное, все-таки... не совсем понимаю, где она находится, смелость пушистика-то. Может быть, особые какие-то знания? Особые какие-то, может быть... А, вот он! Смелость пушистика. Нужно 40 льняной ткани. Это будет 50 мана. Это для мага. Пушистик такой. О, господи, зачем она нужна? Всего лишь 10 защиты, при том, что 50 маны плюс. Ну, мана нужна больше волшебнику, так что мне как бы она не очень поможет. У меня защита 175, мне кажется, у меня лучший вариант. Давайте посмотрим второй рецепт, который нам дан. Сфера мастера. Оружие. Тоже, наверное, какая-нибудь... Одежда, да? Ну, скорее всего, оружие какое-то. Сфера мастера, вау! 135, 100 маны затрачивает. Класс! Надо будет обязательно сделать. Пойдем сейчас... Шанс мультиудара. Пойдем сейчас сделаем эту сферу мастера. Просто у меня в запасе в мирных холмах есть вот этот морозный сапфир. Целая куча. Из всего один алтарь второго уровня в первом биоме нету. Ну, может быть, тогда мы попробуем... Побываем в доме. Ладно, короче, выходим в портал, куда бы нас не провело сейчас. Я думаю, что у нас приведет сейчас вот в этот. Вау! Нифига себе! Горящие холмы. Вау. Но мы сейчас отсюда прямо выйдем. Выйдем сразу к себе в мирные холмы из горящих холмов. Вау, как все тут страшно. Просто оглядимся немножко. Нифига, сколько тут огня!
и пойдем в мирные холмы, чтобы сделать себе сферу. Черепашки все те же ниндзя, да? А тут замки покрасивше будут. Гаргульи и тому подобное. Прикольно, прикольно. Сейчас попробуем. В мирных холмах, я точно помню, должно быть у нас находиться вот эти шесть. Но я не помню, алтарь там второго уровня у меня есть или нет. Попробуем сейчас найти. Попробуем сейчас обнаружить. Так. Оно возле дома. В смысле? Вау. Смотрите, сколько у меня бабочек возле цветочков летает. Круто, блин, так красиво тут все. Офигительно классно. Вау. Нефтяковска. Я пришел вот за этим вот. 12. 6 штук надо. 6 штук, а алтарь второго уровня. Алтарь какого у меня уровня? Блин, у меня первого уровня. Короче, надо идти в другой дом и там делать по этому рецепту офигительную сферу вот эту. Так, нам нужно... У нас все есть, а единственное, что нам нужно, это нужен алтарь. И значит, вот... Как бы тут в мирных холмах ничего пока не изменилось. Ну, блин, единственное, тут бабочек стало летать круто. Блин, я очень рад, что у меня дома сейчас здесь будет такая радость. И замок я буду строить не в том месте, а где-то рядом, наверное. Потому что если я буду ставить прямо вот тут, вот в этом замке, то это неприятно то, что все-таки внутри, там внизу есть скелет. А мне нужно, чтобы было все мирно. У меня вот тут вот, я помню, есть... Такой подземный проход. И если что, я могу прямо в него туда спуститься. Но сейчас мы идем просто к алтарю второго уровня. Вот единственная задача. Домой. Отправляемся туда. Нам нужен алтарь второго уровня. И скоро, совсем скоро. Ну я не хочу, конечно же, не хочу в тех холмах, где нам говорили, да, вот это вот. Вот тут вот в горящих холмах помещать как бы свой дом. Я не хочу, чтобы у меня в горящих холмах был дом. Давайте посмотрим, кто тут враги есть. Красная слизь, магмовая личинка, первый раз такое вижу, солдат, барсеркер, красный командир-солдат, вау, зеленый крастер. А что тут насчет вещей? Перцовое поле, горный шиповник. Прикольное название. Обсидиан. О! Я же говорю, что в аду обсидиан есть. Именно там мы с вами и найдем обсидиан. 20 кусков, которые нам нужно. У нас 20 кусков есть. Еще 20. И мы легко можем сделать, улучшить наш алтарь. Нет, не алтарь. По-моему, там надо будет улучшить верстак, да? Или нет, подожди, печку. Да, вспомнил. 40 нужно. У меня 20 есть. 20 есть, и нужно еще 20, и будет 40 обсидиантовых блоков, и горнило третьего уровня нам принесет новые блоки, которые я могу, наверное, золото уже смогу добывать в то время. Здесь это просто поселение такое, я даже не собираюсь больше строить тут заборов нигде. Это временное пристанище, потому что я говорю, что в конце концов я вернусь в мирные холмы, именно там оттуда и начну свое путешествие. А алтарь второго уровня, по-моему, у нас здесь и имеется, да? Да. Еще золотой брусок. И все, я алтарь третьего уровня сделал. Но у нас сейчас другая задача. Надо сейчас сфера мастера сделать. А давайте сделаем еще и опробуем на ком-нибудь. Прикольно, да, сфера мастера. Теперь я уже маг полноценный. Вроде бы начинал все простым лучником. А в итоге оказался и магом, и кем только я не... Вот 20 обсидиановых блоков, которые нужно будет перевести, еще 20 штук, и 40 обсидиановых блоков дадут мне красный чистый огненный рубин. Ну, этот я, что-то, по-моему, у меня было уже, да, с этим, с огненным рубином. Так, прикольно так выглядит. Офигительно, а? Хо-хо, крутая графика, на самом деле. Сфера. Давайте ее испытаем на ком-нибудь. Сколько она забирает маны? 100 маны? По-моему, 100 маны она забирает у меня. Ну-ка, подожди, где ремонт? Создание вещей. Да, 100 маны затрат, а у меня всего маны
Сколько у меня маны всего? 670. Ну, в общем-то, ударить можно, да, хорошо, довольно так. Круто так. Сильно так можно ударить. Ладно, давайте попробуем. Испытаем на ком-нибудь эффект сферы. Ха-ха. Дракона мы победили, это уже радует. А что значит нас ждет дальше? Какие враги еще могут быть здесь более сильные, чем дракон? Во всех играх основных, вот, в которые сейчас записывают, и вообще во всех играх всех времен драконы считались одними из самых злейших и страшнейших врагов человечества. Так что я даже не знаю, ну, у нас, я не знаю, кто у нас за герой. Вроде бы похож на человека, но может быть он не человек, может быть он какой-то супер-сверхгерой, непонятный. Ладно, посмотрим. Уф-уфу. Так, пойдем вниз. А, здесь нету прохода. Я забыл. Ну, блин, тут, наверное, даже и не выбраться будет мне сейчас. Ай-яй-яй, зачем сюда спустился, спрашиваю? Нет, где-то тут проход был. Ладно, вот тут. Давайте спустимся спокойно. У меня враг все время сидит дома, я помню. Ну ладно, мы его убивать не будем, он слишком слабенький для нас. Давайте кого-нибудь поболее мощного попробуем этой сферой зафигачить. Ну, кто готов на меня напасть? Интересно, он далеко бьет? Ну-ка, а если вот в этого попробую попасть? О, блин, круто! Это что такое было? Круто, нифига! Я бабахаю по три камня! Вау, офигеть, у меня даже игра сломалась немножко. От этого, круто, блин! Вот в такую даль могу кидать. Бомбы. Самые крутые бомбы в мире. А вот эти вот точки, где мана, да, это похоже сотни отмечается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 650 маны у меня есть. Давай еще раз. Запускаем. Вообще прикольно. Такие взрывы. Такая война. Так, мана у меня есть. Я могу использовать ее. О, ее добавляет совсем... маленько. Надо большую, лучшую ману использовать. Попробовать сейчас. С этой стороны игра сломалась. Ну, это временно. Я не знаю, почему это все произошло так. С этой стороны все нормально. Вот давайте вот в тех, как-то долго она восстанавливается. Во, большая. Во, полное восстановление. Так, давайте покидаем вон в тех ребят. Прикольная штука, блин. Она не по одной кидает, а сразу целая куча. И бомбит сразу. И блоки разрушает. Офигеть. Еще и блоки разрушает. Все, кончилась мана. Вот так вот издалека можно в блоки собирать. А убивать-то, конечно, с помощью этой сферы довольно сложно будет. Потому что очень мало. Вау, целая куча блоков. Нифига себе, сколько. 21 грязевой блок подряд. Блин, классная штука. Ладно, давайте сегодня с вами попрощаемся. До новых встреч. И в следующий раз мы будем уже в грозовых холмах. Опять же, 20 уровень. Пойдем туда и оттуда там найдем два портала. А дальше будет видно. До новых встреч, ребят. До новых серий. Пока. Пока.